Скажите, пожалуйста, вот эта лавка метальная, она долгое время не работала и вдруг снова открылась. Вы здесь теперь хозяин, да? Как вас зовут? Меня зовут Геннадий Иванович Комков. Вот я, ну, в общем-то, коренной житель вот здесь. Вот. Раньше знал и Виктора Махотина, и Ивана Рыжкова. Вот. Замечательные люди просто. Вот. А сейчас я устроился работать в музей истории города, и, в общем-то, вот вместо них сейчас это здесь. Вы их мне хочется, вот, чтобы вот та атмосфера, которая царила вот при Викторе Махотине, вот такое вот душевное отношение к людям, вот, чтобы она сохранилась. Поэтому я вот сделал и выставку. Недавно был день рождения, отмечали у Махотина. Я тоже ходил туда. Больше 40 человек собралось, друзья его. Вот. Ну, вообще очень хорошая, душевная такая атмосфера. Мне очень понравилось. Мне хочется, чтобы сохранить вот эту атмосферу человечности, очень хорошего отношения к людям, чтобы это сохранилось. Это моя мечта. Скажите, а вы тоже художник? Нет, я не художник. По образованию горный инженер. Вот. Ну, строил шахты на Сахалине, здесь в метро работал долго. Сейчас вот решил этому делу посвятить себя. То есть вы сюда пришли, потому что вы были знакомы с предыдущими смотрителями, да? Поэтому решили продолжить их дело. Да. Ну, спасибо вам большое, потому что было очень грустно от того, что замечательное такое место и закрыто. Да, 3,5 года, вот после Ивана умер, 3,5 года, но, в общем-то, было закрыто. Спасибо.